скончалась одна из лучших телеведущих России. Марина Ливанова с 1986 года работала на телевидении, была признана лучшей ведущей России 1997 года. Актриса театра и кино, телеведущая Марина Ливанова умерла на 67 году жизни в Москве. Об этом ТАСС сообщили друзья артистки. По их словам, Ливанова несколько лет тяжело болела. Она скончалась утром 28 октября. Ливанова снималась в фильмах «Аляска», «Кит», «Враг народа», «Бухарин», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Принцесса на горошине». С 1986 года она работала на телевидении, была признана лучшей ведущей России 1997 года. Ранее в России скончался известный советский и российский актер Николай Караценцов. На момент смерти ему было 73 года. В Париже умер писатель и диссидент Анатолий Гладилин. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и HTTPS/TimiCorrespondent.net. По материалам сайта news.com.